Начиная с Олимпийских игр в Лос-Анджелесе 1984 года, корейское дзюдо продолжает неизменно завоевывать золотые медали. Дзюдо, являясь одним из важных олимпийских видов спорта, подняло престиж нашей страны в мире. И сегодня корейское дзюдо стабильно продолжает выступать на высоком уровне на мировой арене. В результате молодые спортсмены, которые хотят стать частью национальной команды, всегда упорно тренируются, и многие иностранные команды дзюдоистов приезжают в Корею для участия в тренировочных лагерях. Я думаю, что это и есть движущая сила. У каждого дзюдоиста есть своя любимая стойка, левая или правая. Поэтому я думаю, что лучший дзюдоист тот, кто может использовать применение техник в обе стороны, в правую и левую. И дзюдоист, который имеет варианты комбинаций, как правило, лучше выступают на соревнованиях. Юные дзюдоисты должны тренироваться таким образом, чтобы с помощью комбинаций иметь возможность обыграть своих соперников. По моему мнению, дзюдо – это хитрость. Ты должен перехитрить своего соперника для того, чтобы сделать бросок или другую технику. Я думаю, что именно эта способность определяет, будет ли дзюдоист хорошим или нет. Если взглянуть на сильную сторону корейского дзюдо, то здесь мы обладаем хорошими базовыми навыками и высокий технический уровень, как у японцев. В то же время мы также можем выполнять оригинальные навыки, взятые из других стран. Помимо этого, корейское правительство очень поддерживает дзюдоистов национальной команды. Это означает, что наши спортсмены всегда могут тренироваться в лучших условиях и в хорошей обстановке. Это позволяет им выступать на высоком мировом уровне.